Ситуационный центр «Айкумек» в Петропавловске успешно работает 2 года. Ежедневно на номер службы поступает большое количество обращений разного характера. Сейчас горожан беспокоит уборка улиц от снега. Только за этот сезон на номер 109 уже поступило около 250 звонков. Мой коллега Абай Альжанов встретился с жителями частного жилого сектора и узнал, как идут снегоуборочные работы. Последние сутки принесли в областной центр немало осадков. Горожане, проживающие в частном секторе, регулярно выходят во дворы с лопатами чистить снег. У Юрия Игнатова 2-этажный дом. Чтобы избежать сугробов на своем участке, он ежедневно чистит двор. Говорит, так совмещает полезное с приятным. Физические нагрузки полезны для здоровья. Помогают горожанам в такой работе и коммунальные службы. Машины почему проезжают у нас? Ну как, снег чистят. Вот в этом году вот уже 2 дня чистили. Вот они вот подгребали, у кого-то, видишь, вот так как забору стянули. Я вот отсюда лопату взял, потому что они ночью чистили, а ночью вышел, вот этот отсюда от забора сюда отгребал, чтобы они полностью все вычистили. Они все прошли, все аккуратно, все капитально почистили. Правда, есть и те, кто не удовлетворен работой коммунальщиков. Любовь Швец живет по адресу улица Урицкого, 27. Она возмущена тем, что во время работы бригада оставила кучу снега прямо перед ее домом. После этого случая долгое время она не могла открыть ворота. За прошлым году вот такой бардак был, и в этом году опять. Здесь идет канава, здесь у меня мостик. Туда лезть, вот это вот зачем делать? Ты почему мне весь снег сгреб туда? Это что за чистка? Все жалобы и обращения горожан, касающиеся уборки снега улиц, поступают в ситуационный центр «Айкумек». Единую службу, к слову, запустили 2 года назад. Ее принцип работы прост. Как только к специалистам поступают заявки, их сразу отправляют в коммунальную службу. После чего последние выезжают на проблемные адреса. Ежедневно на ситуационный центр «Айкумек» поступают от жильцов различные обращения. В зимний период большая часть обращений по вывозу снега. Всего на ситуационный центр поступило 245 обращений по вывозу или уборке снега. Все они были отработаны. Снегоуборкой в Петропавловске занимается порядка 20 предприятий. В их арсенале 300 единиц спецтехники. Абай Альжанов, Казбек Арыкбаев, новости МТРК.